Привет! Всех приветствую на моем канале «Марафон здоровья» и разговорный марафон. 518 дней, как я ежедневно выхожу на ходьбу, хожу, потом записываю видео, что я ходила. Хвалю ходьбу, но особенно сейчас хвалю ходьбу. Да, если у кого-то есть свободное время, занимайтесь собой, выходите на ходьбу. Это 100% соответствует ходьба здоровья. Да? Ходьба равняется здоровью. Вот. Поговорим. Это у меня уже второй марафон, разговорный. И в последнее время мне тяжело как бы говорить. Да, из-за событий. А события какие? У нас война. Россия агрессор, напала на Украину. Тяжело, но... Никаких но. Мы не сдаемся. И победа будет за нами. А поговорить сегодня я хочу о важном. Как победить тяжелую болезнь? Как победить? Кто может победить тяжелую болезнь? Болезни тяжелые, много всяких болезней, перечислять не буду, но такие вот, такие как инфаркт, инсульт и... Как ее назвать? Страшную болезнь. Рак? Так вот, как побеждать такие болезни? И это не мое мнение, а мнение врачей, которые сталкиваются ежедневно с больными и выздоровевшими. И выздоравливают иногда очень тяжело больные. И врачи замечают, кто выздоравливает. А выздоравливают те, кто что-то делает сам. Вот. Встает, зубы чистит, расчесывается, сам себе наливает, сам себе подогревает. Вот такие люди, большинство, идут на поправку гораздо быстрее. Так что, да? А что я от себя, это... хотела добавить, это просто пример. У моей подруги мама в Киргизстане, Казахстане, вот чтобы не перепутать, я точно не знаю, но там, где кроме перекати поле ничего нету, знаете такое? Растение такое, перекати поле. Вот. У нее там мама. Далеко, да? Съездить очень сложно. Но там есть другие родственники. С мамой случилась беда, да? Инсульт случился. И как она выздоровела? Когда все на работе, а она лежит на втором этаже, сама себе лежит. Как она выздоровела? Она просто вставала, с большими усилиями спускалась на первый этаж, чистила с большими усилиями картошку, одной рукой как-то держала, второй как-то там резала. Вот. И готовила супчик внукам, которые придут со школы. Да, слеза. Так вот, те, кто сами что-то делают, и те, кто заботится, привыкли всю жизнь заботиться о ком-то, это помогает
выздороветь. Вот. Да? Так что сами не ленимся. Помогаем друг другу. И это будет правильно во всех отношениях. А у нас... Я сегодня созванивалась с мамой, я каждый день созваниваюсь. Вот, каждый день созваниваюсь, кроме вчерашнего дня. Вчера как бы принципиально не перезвонила. Я думаю, может быть, у кого-то из родственников моих, кроме мамы, шелохнется что-то, и они придут, дадут маме телефон, чтобы она со мной через Вайбер пообщалась. Нет, ни у кого ничего не шелохнулось. Да, вот такой один день у меня был как бы проверочный. Не маму проверяла, а проверяла своих родственников, как у них там. В общем, у них все нормально. Им все равно. Вот. Телефон им трудно дать. У них, наверное, Вайбер платный, чтобы пообщаться с мамой. Ну, у нас все в порядке. И что сегодня мне мама сказала? Предложила помощь. Может быть, прислать денежек. Ну, долларов, да. На что я ей сказала: мам, с нами все в порядке, нам не нужно. А потом добавила: ну вот только, может, украинской армии перешли. И что же мама сказала? Она просто поинтересовалась: а там будет видно, что это от тебя? Вот типа, что это от меня, мам. Я говорю, это будет видно, что от тебя из Белоруссии. Вот. Так что мама есть мама. А к чему я весь этот разговор? Те, кто сами заботятся о себе, те, кто заботятся о ближних своих, всегда будут выздоравливать. Все. Вот такой у меня сегодня грустный разговор. Ну, маемо то, что маемо. Ходить здоровье. Пока-пока.